Путешествие в мир разнообразной культуры и ярких традиций. В Минске открыта выставка «Лица Пакистана». Она приглашает познакомиться с культурой, уникальным наследием и древними традициями восточной страны. В экспозиции работы выдающихся пакистанских художников и фотографов. Посетители могут не только культурно обогатиться, но и попробовать национальную кухню страны. Почувствовать колорит, глубину и верность традициям можно в Национальной библиотеке. Выставка работает до 30 июня. Наша идея была погрузить гостей выставки в атмосферу Пакистана, чтобы они могли познакомиться не только с искусством и культурой, но также и с миром музыки и национальной традиционной пакистанской едой. Я очень рада, что меня пригласили на эту выставку. Хочу отметить, что в своих работах я фокусировалась на архитектурные сооружения Пакистана, на его природу и пейзажи. Все это вы можете увидеть в моих работах. Они выполнены в стиле абстракционизма. За последние десятилетия Пакистан и Беларусь наладили эффективное многостороннее сотрудничество. Страны регулярно обмениваются визитами, развивая торговлю и культурный диалог.